День местного самоуправления – молодой праздник. В этом году он отмечается всего 8-й раз, но уже стал одним из любимых. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что именно неравнодушие, целеустремленность и ответственность активных жителей области позволяет реализовывать полезные инициативы и преображать регион. Хочу вас искренне поблагодарить за вашу активность, за ваше неравнодушие, за ваше желание менять мир к лучшему. Но еще больше я хочу вам сказать спасибо за то, что вы это желание в полной мере реализуете. Активно участвуя в реализации национальных проектов, выходя с инициативами, которые буквально преображают окружающий нас с вами мир. Чаще всего инициативы жителей касаются благоустройства своих дворов. Началось это с программы «Двор, в котором мы живем», которую запустили по инициативе тогда еще мэра Самары Дмитрия Азарова. Эта программа легла в основу национального проекта «Жилье и городская среда», по которому и сегодня преображаются дворы и общественные территории города. А в 2017 году в регионе начался губернаторский проект «Содействие». В этом году по программе будет поддержано 123 социально значимые инициативы жителей региона. Изначально обратились в отдел благоустройства администрации Кировского района. Нам сотрудники посчитали, предложили смету. Изначально проект был довольно-таки дорогостоящий. Мы решили, посоветовались с жителями, что такую сумму не сможем собрать. А без этой программы мы никогда бы, наверное, не смогли бы себе позволить такую площадку. Еще один общественный проект, который поддержал глава региона – «Культурное сердце России». Жители области сами решают, как и где они хотят проводить свой досуг и какие концерты они хотели бы посетить. Конечно, нужны, во-первых, эти проекты. Этот проект позволяет людям быть ближе к культуре, а люди, которые хотят заниматься творчеством, они могут напрямую общаться с зрителем, напрямую общаться с остальными людьми. В Самарской области особое внимание уделяется развитию местного самоуправления. Сегодня ни одно значимое решение в регионе не обходится без участия жителей. Андрей Горгуленко, «События».